Чистого райда не роль. Грегор, спекни из танка, поможешь трэш побить. Танки готовы. Фристайлы, кулаки, как огурчик, кресты, а не какаски. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Держите ассист, пораздавал людям. Кто может поэрелить до Халеона? Вперед. Чё надо? Ты можешь ретрик пойти? Могу, но там ПВП спек. Да пох, давай ты ретриком, я шам и козырь вард. Там не пох. Гоу. Я только на роге, когда ни рога не могу пить. Ну, в ванике есть этот братрик, я могу еще протопалом быть. Там люди подняли. Есть кого-то ассист? Взрыв на вард зайдет. У нас есть задержка? Джерри, он дайте спать. Чё там стоим, танки командира вытаскивайте, командира все бейте. Отведите командира от трэша. Есть задержка? Вроде не. Децл есть.
Я тратил через метки. Смотри, кто анимешку, знаю, кто анимешку называется, короче, One Punch Man. Да. Да, без этой темы. Все, начал смотреть, ебать там лютый троллинг. Лучшая супергеройская хрень. Да, вообще там такой жесткий троллинг всех этих супергероев, я просто сижу вот так играю люто. Что за фильм? Ванпачман, да это мультик анимешн, да. Кстати, это... Почти не, ну смысла в нем больше, чем в всех фильмах. Ну так-то да. Кстати, сейчас еще эта новая серия вышла, я еще против зловещих мертвецов, третий сезон. Смотрит кто? Сколько там же серий? Че, сколько? Сколько там же серий? Только первая серия третьего сезона уж. Чё, счёт рановато качать. Да, я сейчас озвучку Куби-Куби жду, как выйдет, сразу посмотрю. Это вы про что? Да, я же против зловещих мертвецов. А. Тоже угарный сериал. Да не, просто трэш. Ну блин, из последнего, вот типа, знаешь, если что-то посмотреть, что сейчас зомби, как бы, да, ну, вот это самый, наверное, такой прикольный, интересный сериал про зомби, который сейчас есть. Как называется еще раз? Эш против зловещих мертвецов. Ну ты смотрел это, ты смотрел, короче, там, годов 90-го фильм, короче, так называют зловещие мертвецы. Вот это, короче, это продолжение этого фильма, понял? Это кидали. Самая точка этого фильма была, как вот эта вот, типа, камера такая, типа, деревья. Ой, тут у тебя микрофон в заднице, тебя не слышно. Да, ты что-то репишь сильно. В смысле, пошел уже на войне? Войт, иди нахуй. Укивает немного. Там, а уебав, накиньте, пожалуйста. Что-то задержка большая. Это вот достал кардрон. Его, скорее всего, менять придется. А у кого задержка большая? Если кто-то зайдет на шамана, могу покинуть вдруг. Да если что, Тангра похилит, а Рон пижом просится. Подожди. Так что ли стал тебя менять?
Да, лучше поменяй. То он то появляется, то пропадает. Есть тут на кожаные запы РДДшные выше 10? Да, есть. Не нахуй. Блять, у меня две руки. Да я просто сказал, может на код другого ЕП получить. Можно нам фулл баф по варам, там касочек хотя бы что ли накинуть? Поймите пижона, пожалуйста. Как будто зап кожаный забирать, ПР выше 10. Да, заберу. Тебе не одобрю. Не, ну просто в натуре скажите, пожалуйста, если кто-то будет, я просто ЕП на другого перса получу. У меня вопрос, почему мне вчера за вчерашние ЦЛК не начислили 2000 ЕП пижону? Надо было вчера спрашивать. Кириллу вопрос задавай. Ну он в этом, в как это, в рейде вроде нет, перчи нет. Так он отошел. Кролик, будешь зап кожаный забирать? Не достаю. Да-да, ты будешь зап кожаный забирать? А чё? Меня не наебываешь? Ну, блять, запы кожные нахапало, я имею в виду. Они на хэнта идут или это не бис? Блять, этот бис на всех СПДшных. На всех хулипало надо, тканевым. Какую разницу? Хосты больше. Ой, бля, ебать, сейчас бы из трех хосты усираться надо. Опять хосты. Так, ладно, кролика не забираем, окей. О, черный лимон, тебе надо запах тоже? Кажется, да. Настя, нужны тебе запеть? Что ты, вообще на редкий квиток лик. Ай, будь здоров! Расти большой! Спасибо. Я пожелал тебе будь здоров и сейчас убей. И себя и проглотил, да? Да. А кто второй ПДК? Все так делают. Я предполагаю Потонский. А вы были вот где? Смысл тогда от Фроста. Я не знаю, все равно кто-то один из вас, Макгрегор или Поклонский. Все, Поклонский. Давайте вижу. Я потанчиваю, Макгрегор. Уже Поклонский спекнулся. А, ну окей. Я выждал время. Давайте Числи. Будет основу Поклонский первую копию, Джерин вторую. Начинайте. Как ты сказал, будет с основой? Да, все равно. Сейчас подойду его, как One Punch Man с одного удара. Блять! Получилось наоборот, тебя с одного удара. Полком. Боя сильнее страдания. Залей диманы. В мире
Войт, ебать ты, Войт. Ебать, что такое? Поклонский за двери. А, Джерри он точно. Ладно, давайте так. О, Верхильте Поклонского. Двое сильнее страдания. Бля, вы как-то держитесь вместе. О, Войд, вставай, забирай. Чё, кого забрать? Ну, у Поклонского хотя бы одного забирай. Давайте добиваем уже. Да-да-да. Не заходите в комнату к Заритриону. У входа пробафуемся. Так Войт, короче, в пятницу в обычке такой, короче, там еще человек 5 не забежало, и Войт такой говорит, ну что, давайте, пуляйте. Мутант такой пуляет, и Войт такой говорит, чё ты пуляешь, ты что, дебил? Явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Рыба есть у кого-то? Силы были неравны. Помнит кто-то это? Мы братья гибли один за другим. Ну, он типа имел в виду по стенке бежать. Ну, такое. Нас убивали с расчетом. Да, самогон тупой, кажется, он слова не понимает. Да нет, это весь рейд так понял, как бы. Это значит, ты тупой, то, что умеешь правильно говорить. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале... А там рыбок есть где-то? ...присутствие их настоящего лидера. А вот оно. ...огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются... Лавку приступал дать? Да, о, конец. Да, и похуй. Начинай вы. Ой, зачем ты пульнул? Сказали ведь начинай. Что там, кого-то меняли? Да, листалк ушел за лагом. Взяли пижоны и тангов хили. Понятно. Четвертая кого рулит. Четвертая пати остается добивать големов. СС на как огурчик. Свет хилит черный лимон и как огурчик. Остальные тьму. Паника, это Ретрик, да?
Хорошо, тогда Джерри он станет. Ой, станет, говорит, танчит трэш. Про что ты платишь? Что ты мне пишешь про ЭП? Я вообще не помню, о чем ты. Я вчера сказал, что через полчаса мне нужно идти на работу. Ну, и все. И после ластрая, когда там кто-то разлил лужу, почти когда мы уже убили лича, я ушел на работу. А мне не начислили ЕП 2000 за 11 боссов. Почему? Потому что ты два раза не сказал об этом. И что, издеваешься, я за полчаса написал до этого про это? Тише, тише. Успокойся, задумайся, что еще. Сейчас просто будет как с Мэрвы. Нормально, надо просто просить про ЭП. Чувствуется так какой-то... Так я не грублю, я просто уточняю. У меня просто голос сейчас грубый. Сильное возмущение. Выпей водички там, успокойся. Да я не напрягаюсь, чего ты думаешь? Как ты думаешь? Если я сказал, четвертой пати остается добивать големов, это бить голема или нет, блядь? Бить. И это правильный ответ. Сука, я всегда знал, что я... у меня талант выиграть викторины, блядь. Поклонский танчишь, Тиму воет свет. Свет диспелит, Дуду Дипка, Тьма, Дедмайнд. А в свету какой хил остается? Ну, в смысле, из-за шамана? Черный гамон, этот огурчик. Тогда я самарлан геймер. Воу-воу, где я хилю? Зион, ты тут? Во тьме. Да, готов. Тьму хилишь? Все готовы, начинай, Поклонский. Там Слава на престороле только не может написать, пишет Мовик. Кто диспелит тьму, Олег? Дедмайнд. Как огурчик метка. Пижон метка. Тангра подымай. Джерин, по тебе напуливают? Я не думал, что скрин. Встали в квадрат. Макгрегор. Остальные форики в квадрат встали. Побежали, метеор. Давайте в босса играем. Мадалина метка. Прожимайся, заходи. Заходим, рай, четвертая пати остается. Джаз метку назад. Дайте, пожалуйста, каску. Так, Кенника, давай каску под рулем. Злоба, метка. Четвертый пати, заходите. Заходите быстрее. Встали в квадрат, сейчас метка с лезвия. Дайте ауру, дайте. Смотрим. Феника, третью ауру. Надо подождать. Фетка, метка.
это чё, рэпер? Проходите, свет. Давайте в квадрат. Давайте рост. Тут дип, убей взрывом разума. Побежали нитьор, во тьме даем рост. Форт метка, РДД, бейте большого голема. Свет, бьем только трэш. Шанан, ты прекратишь бить мелкий трэш? Звобот метка, встали в квадрат. Может, сова большого бить больше? Посмотрю, кто бьет, не бьет большого, буду кидать ГП. Бежали. Ты какой совет прощаешься? Та, которая не бьет. Тут их две просто, понимаешь? Ну до дипка вы. Да. Боев прожимаем, да? Заход трун, когда отравлен бежит. Один, да? Да-да-да. А чё мы охуенно тогда дальше? Да он прохилился чем-то. Я как же говорил, захватывает. Ну, молодец твой, молодец. Твой видос сними, сними и напиши, как не надо делать. И закинь в группу, пожалуйста. У нас одна сова, блядь, натуре у нас одна. 59 тысяч. Удалено 69. Вы чё, охуели? Там просто пол хп, короче, у большого, а в мелких гроза валится. Слушай, гроза ладно, а то, что там один мелкий, в него гроза валит. Погодите, всегда четвёртая пати валит большого, нет? Блять, я это говорю, чтобы на переходке, когда мы заходим во вторую пати, ой, во вторую, на вторую фазу заходим во тьму, четвертая пати остается добивать голема. На третьей фазе все РДД бьют голема. Блять, ну что, сука, неясного здесь? Сколько мы сюда ходим? А, то есть ты сейчас скажешь, что не за собой упали, да? Блять, я скажу, говорю, чтобы ты бил этих больших големов на третьей фазе. Нахуя бить грозой по этому одному мелкому мобу? Тут есть какая-то логика в этом? Обычно меня просто всегда в четвертую пати засылают, поэтому меня не поставили туда, я еще жду. Поэтому, свою... да, вам не надо включать мозги просто, да? Идите с рыбы. Ну, типа да. РЛ, ты всегда прав. Что там, был отхил по воду или нет? Нет, да, его там весь мелкий трэш убил. Он сразу 5 мобов пролетел к нему. Потому что он прожал захват рун. Я это еще сказал, когда его убил. Я у него кинул мастаунт, но его уже добил. Серьезно, прожал этот захват? Да он захват при трэше прожал. Я кинул в него мастаунт, но его убил. Мастаунт в него кидать тоже не совсем умно. Давайте чек на пул. Чек на пул, йоу. Я бы забрал бы Халиона, я думаю. А так там было 6 мобов.
Кланский, начинай. Бежон! Чё ты молчишь-то, бегу? Да я бегу, бегу. Смотрю, как играете. Встали в квадрат. Ни в чём, встань в квадрат, чтоб я не кидал тебе ГП. Убежали. Большой Брейди. Иссушение по большому дайте. Падаем. Пойдем лучше. Зачем? Не надо. Зачем? Не надо. Зачем ты вел стал, чтобы падать? Криво убили. Там миссанул по большому мобу, да? Еще таких героев. Да нет, Войда, по-моему, не делал, типа, нету миссов, короче. Заходите за линию. Погоди, ману пью. Поклонский начинай. Козырь, кинь ролл, пожалуйста. Лимон, метка, встали в квадрат, милики, встали в квадрат, чтобы в квадрате был метеор, а не хуй пойми где. Ну типка метка.
Заходи, прожимайся. Заходим, рейд. Взрывом. Это будет тихо. Я бью. Длани нет. Фридом! Заходить можно? Да. Заходим. Диспел по Озиону. Метка сейчас будет. Выходим в свет. Встали в квадрат. Давайте рост. Раксус назад метку. Встали в квадрат. Бежали метеор. Во тьме дали рост. РДД бьем большого голема сейчас. Пижон, ты понял? Мракс, выноси метку. Что это, напади? Олег, ты не поверишь, я нажал на портал, но меня оставило в тьме. Бейте большого голема, а быстрее. Невероятно. Реально, хочется верьте, хотите нет. 10%, алло. Хочем. Ну, поворачивай, на рейд падает. Чё опять случилось? Ну что, во тьме много ДД, вот это... Да, просто я метку вытаскивал на весь бурст. А, так у нас и Макгрегор, и Че Гевара во тьме, да? Так получается, да. Ладно, они смотри, блять. Первый по дамагу Дедвар, потом второй вар, потом Че Гевара, потом Макгрегор. Значит, это все-таки, блять, не единый баг. Или массовый затоп. Ты что издеваешься? Я нажимаю на портал, блять, а оно мне не портует. Так что мне сделать? Я вот ни разу не слышал, чтобы РЛ какой-то адекватно говорил, что у него, блядь, натыкает на портал, у него не нажимается. Вот ни разу не слышал от РЛ, что понимал. А при чем есть РЛ до меня? Я тебе объясняю, что я нажимаю на портал, и меня не портануло. Что мне сделать, а? Тыкать дальше, пытаться подойти ближе к порталу со всех сторон. С другой стороны, да. Облизать его. Боже, ты тут такая идиотка. Ты что, издеваешься, нажимаешь на портал, он серый, он не тыкается, блядь, он не портует. Что мне сделать? Когда он серый, ты находишься далеко от него. Подойди ближе, включи, блядь, мозги. Я тебе накинулся на первый трай, забыл накинуть, там, где ты умер на первой фазе. Просто жесть какая-то, блин. Слава, ты что, издеваешься, что ли? Я что, по-твоему, дебил, и что ли? Я с вами первый раз в РСК 25 гер, блядь, или что? Ну, я первый раз в РСК 25 гер, объясните тактику, пожалуйста. Выход из мира, удаление персонажа. Я не думаю, что надо объяснять очевидные вещи, там все пати выходим, кроме первой, в свет. Все пати заходим во тьму, кроме четвертой пати. Ладно, давайте по старинке поговорю. Было в самом начале.
Дедмат, заходи быстрее. Я сразу не заметил, что там Че Гевара не вышел, Макгрегор. Джи привык смотреть на твои мать. Все же понимают, куда выходить. Клоунский готов, Озион готов. Киньте лапу, там плачет. Зиона ждем. Все, я тут сорян. На пол КД. На пол КД все поздно. Ну не всекайте тогда, 5 секунд ничего не делайте. Просто срвет агро будет ВП. Метеор. Побежали, метеор. Смотрим на лужи. Лужа разливается в рейд. Стали в квадрат. Бьем Халиона. Детвар метка, выноси. Диспел Детвара. Лужи исчезают, становимся в квадрат. Сейчас будет метеор. Детвар метка. Метеор, побежали. Бежим далеко, метеор близко. Смотрим на лужи. Нормально, лужи бьем Халиона. 2% до переходки. Мадалина метка. Тангра поднимай как огурчик. Сразу иннеры заливаем и бафаем холипала. Поклонский прожми АМС, заходи во тьму. Иннеры как огурчику. Рейд заходим. Встали в квадрат. Дадуди побей взрывом разума. Оффорд метка. Так, встали в квадрат, лезвия начались. Вот же их. Жон метка, назад. Четвертой пати заходим во тьму. Блядь, где Freedom, а? Не видел на тебе дебафа вообще, поэтому... Твое, я не знаю, ну, лучше молчи. Макгрегор, выноси метку, лезвие, осторожно. Так что, метки не было, он побежал выносить? Была все метка. Была метка, не было дебафа. Чего это отношение? Мне не нравится твой голос. Чем? Просто так вышло. Лезвие смотрим. Сейчас будет переходка. 50%. Свет. Короче, все, кроме первой пати, выходим в свет. Ну, тут типка метка. Выходим. Че, дефаться не можешь, Слава? Бля, вы заебали. Я поднял. Хорошо. Встали в квадрат. Ну не хилите, ребята, вы что, тупые? Да, что за параш? Почему ты не хилишь протопала? Блядь. Зачем вы борете без команды? Зачем вы мрете без команды?
Войд будет третий трай. Помощью холипала. Знаю насчет этой фигни, но тут я в холипала, потому что я стою танчу, ноль хила просто. Ноль хила, ноль. А была мертва, как огурчик. Дима. Давайте, если Войд. Что с тобой? Давайте, если Войд, короче, порит третий трай, мы отпорим Войда. Так, за первую фазу. Войду за третью. Пора закрывать гильдию. Никто не хочет убивать этого босса. Я хочу. Да и у Форда, верно? У меня БРК, да, да. На твар, заходи. Да, тварь, подходи, козырь. Все, все готовы. Куклонский, начинай. Поклонский. Не пижон, а Поклонский. Бегай. Хорош. Спасибо, Джерриан. Алга, выноси метку. Пыльте Войда, на танке метка. Офорт метка. Лежали метеор. Кто у нас сагрил-то вначале? Не знаю, на пижон сагрил. Пижон сагрил, да, а потом Шеннон еще и упал от метеора. И что? То, что пижон сагрил, кто-то упал или что? Мне кажется, он сам виноват, Сала. В смысле кто-то упал, блядь? Это ГП, ебаный рот. Че теперь ГП не давать, если никто не упал? Кто это вообще ВРК говорит на первый раз? Слышишь, хорошо, давай поднимем вчерашний, блядь, ЦЛК 25 с гер, нахуй. Первый их, наверное, 5. Я вообще не понимаю, о чем вы вообще говорите здесь. Я решаю, кому давать ГП, кому нет. Давайте так, поднимем вчерашний ЦЛК 25 с гер. И шаман. Стоп, подожди, за что мне?
крыша умер. Я упал от того, что я бил, я упал от мили атак. Перемотайте еще раз. Сначала... Ты упал, так. Ты упал от того, что тебя убил мелкий трэш. Да. Ну да. А подожди, а почему здесь мой косяк? Шанан упал от падения метеора. Да, после него, вот упал я и все, то есть упали там уже. Сначала упал шаман от метеора, потом приходит трэш, вот эти вы два вара, короче, не ждете, пока трэш соберет танк, вы хуярите их вихрями, и трэш вас убивает. Вы умираете. Что нужно сделать? Правильно, не бить массами. Тогда вы не будете умирать. Это заслуженный косяк, ваше заслуженное ГП. Блин, я скинул. У кого-нибудь остался отчет, чем я бил перед смертью? Да не важно, чем ты бил. Мне заходить на вара, показывать, как не умирать, когда трэш приходит, его убивать. Скиньте детали смерти, кувырзины, чем смотрите, он там... Пацаны, смотрите, рассекай-ка. Рассекающий удар. Красава. Это за какой трэш? Блять, за этот. Да чё спорить, ебать? Ну чё спорить? Упал от мелкого ГП, всё, никаких споров нет. Ничего, смотрите, рассекаю. Находите за линию. Простая истина, блять. Упал, получил ГП. Всё, не выёбывайте здесь. Видите, блядь, слушай. Я так делал всегда. Конфетка готов? Да. Все, начинайте. Поклонский начинай, точнее, Агрий. Поклонский, ты тут? Интеллект бафните. Варом. Дредвар метка. Встали в квадрат. Бежали метеор. Ленинка, выноси метку. Отлично. Тут экрана диспейлит. Она сама. Не диспейль, так ты видишь, что люди отлетают от трейда. Повезло, что никто не упал. Стали в квадрат, сейчас метеор будет, злобут выноси метку. Метеор побежали. Типка, выноси метку. Клонский, прожимай, сейчас заходи. Рейд, заходим. Двор, выноси метку. Лобот метка. Четвертой пати заходим во тьму. Длани сейчас не было. Слишком поздно даете. Ясно. Грегор, выноси метку. Дима, Джерри, он ты тут? Заходите, кто там не зашел, быстрее. Дима на месте бежит. Че там? БЦС. ГВП.
Блять, ну это смешно. Как будто договорились ступить по каждый трай. Ну, Дипка, выноси метку. По очереди попадай. Джерин, ты зашел? Не, он бежит его. На поле уйти на кошек. Что ты можешь рост свету? Давай, Богдан, попробуй в медведя. На пулем на тебя. Давайте. На Форда на пул. Соло, ну, да, на Форда. Побежали метеоры. Во тьме даем рост, в свету бьем большого голема. Сейчас не бить вообще трэш. Офигенно. Бейте только большого голема. Ну, падайте. Я дал. Всем привет, ребят. Привет. Это за Ливен был? Нет. Отойду там, насыплю что-то покушать. Кушать? Же, блядь, сколько тебя ждать, нахуй? Бля, это чё, в натуре первая РС-ка? Да. Охуенно. Я думал, это какая-нибудь уже четвёртая. Да, у нас в последнее время онлайна нету уже. Забивали маги. 50 человек онлайн. Не в онлайне дело, а в личах. Давай. Танк есть у кого-то? Что, деревья отвалился? Тишо. Ушел куда-то. Не знаю, вылетел, наверное. Давай по конски не подобал. На, стоп, ты же БДК. Макгрегор может потанчить. Я, может, могу потанчить. Если есть Аршам. Кстати, Кощубы зашел, нужно его на попал. Сейчас попробуем.